Primal Beast, Elder Titan, Omni Knight, Темпларочка, пуля. Мультикаста нету, Виапона нету, карточки нету, Шрауда нету, такие важные перки, есть лазерочек. Ну, как-то так. Но есть лазер Монополия, что лазер дает Монополия. Нам активное начало. Да, кто-то будет джинсу собирать. Бан тоже дает возможность порулиться. Ну, выглядит как на самом деле такой полурол. У тебя есть виспы на если что, завершить какие-то вещи. Не думаю, кстати, что люди будут сильно на голду садиться. Next piece, Panda рекрафтит шмоточку второй раз. Ботл хашечку. Пока две панды мы видим на столе, Лоуренс лист имеет по панде, дубликатики, БХ, Мирана. В чате, как вам вообще это понравилось, сочное комментирование Миши Синява? Да. Что скажете? Игра, два дубликатика. Т2 Луна убил лучше. Да, Т2 Луна вижу. Видим. Лоуренс выходит в десяточку у него, и у Оракла имеется. То есть готов по... Уже 6 БХ в лобби. Сидеть на пристах. Ну, БХшечка самый востребованный юнит. С первых раундов. Экономика. Дриней, экономика, ассасин, все это. Все в одном у нас. В лаконе. Хорошо защищает первые хп. Посмотрим, что у кого. Очень много десяточек было. Лоуренсу приходит Shadow Demon. Будет ли он пытаться драться на... Да, он будет пытаться драться... Через Дринея первый раунд. Стоф не ставит. Саваж десятки дубликат Луны. Геймкиллер. Три гоблина дубликат Клоперу. Клоперка. Геймкиллер Кая, кстати. Ага. Дарк, две Мираны, два Дазла, две Луны. Сайбер, три мага, мультикаст, два Хума. Некспис также на панде стоит с БХшечками. Белучи спокойненько с Т2 Луной. Плюс рейндж у него... И Фалькон с самого начала, он, в принципе, не против, даже лазер может сыграть. Тайбер, кстати, с Шака, а у Дарка, если что, телескопчик. Телескопчик, да. Сейчас мы все шмоточки прочекаем. Интересные шмотки. Так, у Лоренс получается аркан. Есть еще и рыбка. Геймкиллера... Кая, Next Priest, Prince Knife, ну самый такой часто используемый предмет. Сайбер, так и сказали, Шака, Негвал, Вангвард, Белучи, мы уже сказали, Dragonlance. У Саважа у нас тоже Dragonlance, две луны. Ну да, Dark Telescope все-таки, посмотрим, как он будет с этим телескопом играть. Виапона нет, насколько ему будет интересен вектор. Эльфа Хантера, я думаю, вполне. Ну, тут, кстати, на Эльф Хантера уже как минимум два задела. Два задела? Имеешь в виду больше игроков столько? Ну, да. Я имею в виду игроков. Я думаю, что Хантером не против сыграть Дарк, потому что у него есть телескопчик, это со снайпером хорошей синергии. И классик. У нас есть две луны, которые тоже могут быть Хантером. А у нас карточки же нету, да? Белучи невероятно тут закрывает на пару Т2 луни, Т2 ЦК. Увидим ли мы тут какого-то даже билдочка тролля рыцарей каких-то? Интересно. Ну, кстати, рыцари... В таких лобби, которые должны по логике не в лейт уходить, они достаточно сильные. Я не думаю, что здесь супер лейтовое лобби будет.
Перки вроде бы не так располагают к этому. А получается, у нас Белучи Сайбер на 100% стрике сидят. Два устрика, Даркса, Варса. Дарк даже убрал стол. Потому что ни одна фигура не дефает, лишний урон получать не хочет. И устрик себе сохраняет. А тут нету сумонов никаких. Да. Просто ноль. Ноль дэмэджа. Два слак на гвал на трех местах трех гоблинов. Белучи в компанию двум, два юнитом стоят. БХ-шечек, которым тяжело зафармить, когда такой урон у нас имеется у таких юнитов. Тяжело зафармить. Плюс голду. Ну, два приста зашли, это тоже тяжело было. Ах. 30 экономики Белучи, 30 экономики геймкиллер, ни одного дубликата не закрылось. При этом хп много. Лоуренс, Дриней, Ассасины, дубликат кастрюля. Два приста, которые не играют. Сайбер левел лапает. Но на единичках стоит. Нигвал, Т2 Сларк, Т2 Бара. Заходит порт. Next Please на Дринеях. Все еще с БХшками. БХшечки все еще не зафармили. Нет, один БХ зафармил. Дарк скипает. Два урона за устрик. Так, ну, видать, Дарк не хочет свой лустрик ломать. Да, все, теперь он может даже чуть поставиться, потому что больше никого не пробивает. Два приста зашли, но он может ли на кого-то успеет убить, если есть в этом смысл. Продает виспа, может, какие-то... Ну, 49-м это... Саваш виспа продает. Так, да, Дарка закрылся, получается, стрин протектор, и через телескоп он, скорее всего, не будет брезговать альфа-хантером. Сыграет на плейсмент. Нигвал вышел в 40 на ассасинах. Саберу приходит 2 приста. Так много хп на самом деле, много у всех. А Белучи на соточке сидит, потому что у него просто бесплатненько закрылись фигурки сильные. Не, вот хп много, потому что нету сумонеров в лобби. Ни одного сумонера нету вообще. Ну и тут и спешит некому левел нажимать, потому что зацепиться не могли за винстрик. Равномерно распределенное лобби. Все плюс-минус одного уровня, только два лустрикера, это Дарк и Савейдж. Смотрим, дефы крипов, дефы у всех имеются. У геймкиллера, мне кажется, очень сложный деф, но у него... нет, у него ботл, скай, все-таки в тинкере под зарядкой с блинком деф есть. Нагвал на 3 Т2 ассасинах, деф есть, у всех деф имеется, абсолютно легкий. Белучи, кстати, БХ зафармил. Да, тут за счет блинка все-таки геймкиллер дефает на тоненького. Все по делу. Ждем перки. Никто не спешит нажимать перки. Дарк рандомит элитку. Экономика плюс-минус ровная. Репка была, но... Да, то есть за счет того, что элитку зарандомил, выбирает вектор держать лустрик уже на хумах, апнуть шестой и как-то доставать фигурки в седьмом, возможно. Может через дузу телескоп сыграть. Смотрим. Че, на 15-м, если придет какой-нибудь Dragon Lance, можно и дузу играть. Нагвал 6 ассасинов, репка. Все четенько. Ну, давай посмотрим. Кстати, Белучи взял Волт. Волт, и к нему заходит очень сильный Дриней с Т2 кастрюли и забирает стрик. Это у нас Лоуренс на репке. Тоже сролился. Очень уверенный. Битый стрик. Да. Геймкиллер виспов зарандомил. Саваш у нас на манго проиграл, будет сейчас дефаться, две четверочки имеются, дубликат Shadow Demon, смотрим как подролится, он единственный на манго. Да.
Учетом, что все так, дерутся, кроме Дарка и Геймкиллера. Манга может не получиться. Он еще и Сайбер тоже не спеша. Ну, у нас играет. Получается два хума. Двое людей сидят на хумах. Это Сайбер и Дарк. Лирик, здорово, Петь, здорово, бро. Вторая игра. Успеваем. Смотрим, комментируем. С Мишей Синявым. Так, Дарк заходит Геймкиллер, он не спешит. А Лоренс очень сильно заходит с Саважем. Некстис уже себе ДП получил. У него вице Бруда, то есть он вектор 4 хакера, тут спокойно играет. Да. Прошлая игра у него была неудачная, топ-8. Прошлая игра неудачная была именно Квальчика. Сейчас он на репке на ассасинах. Смотрим, как они отыграют. Лоренс собирает стрик, 4 дрены, очень сильный прям стол. Уверенный. Артурчик Белучи 80 экономики. О, Дарк получает отличную, отличное поражение. Тангус на мало хп и... Да, полустрик продолжается. Да. Плюс... Минус 1 хп, плюс 2 за лустрик, плюс тангус. Идеально. Да. Миша Геймкиллер имеет виспов. Они к нему приходят, первых виспов. И они работают, да, он... Кажется, орков забанил и будет Лину собирать, потому что у него шмотки. Вот бумага Лина. Там на фоне Максимка или кто у нас? Миша. Привет, ребят, Максимке передаем. Саважа теперь заходит на Гвал. Саважа прошлая манга не получилась. И на эту мангу он с 2 лоником. Кажется, дефает на Гвала. Очень удачно лоник стоял. Вызвал, не зафокусили. Ваш получает свою манга. Так ему нужное, необходимое. Дарк Лустрик продолжает. Сайбер с монополией выходит в ТБ Кира, кажется. Без престол стоял. Тут хпшку теряет. Белучи. Какой вектор у нас выберет? В 6-м левеле. Кажется, просто выкупил фигурки. Бан не нажимает. Левел дальше не нажимает. Интересно, какое решение примет. Next, please. Брудмазер 2 из 9. Игвал левел нажимает. Лоуренс пытается уже разменивать аскетик. Снова у него вектор вакира идет. Четверочки разменивает. 4 дренея. Всем грамотно. Лаш получает 3 манга, 4 на крипах. Геймкиллер подраливает Лину через виспов. Сильно много урона получает. Дарк выиграл Саважа. Устрик теряет. Что-то будет делать через улитку, усиляться, возможно, даже какой-нибудь 9 эльф, может быть, не знаю, тут как-то ему надо будет решение принять. Может, Леги успеет в 7-м даже какие-то накрутить. Бан он, агрос сделал. Хоть 4-очки. Смотрим, что достанет. Какие есть еще вариантики придумает. Хантер, кстати, держит, если вдруг у него на 15-м какая-то шмотка интересная будет под Хантера. Но я сказал, что Dragon Lance может и останется хантером 6. Сейчас видел, как играют на Китае Queen Lobby. Queen Lobby самые ранние. Там очень хорошо понимают мету. Там играют 9 эльфа, но пока у нас тут такого... Ну, тайдик есть. Это... Заделан такие вещи. От хантера имеешь в виду, да? Так, Бруда, кстати, выросла в Next Please, но я не доставал. И дефаются, смотрим, какие шмоточки. Транквилы. Арканы. ПГ, Принц Найф. Бруду достает Next Please, у него Кая, Принц Найф. Белучи с Dragon Lance и... Следующую шмотку Аркан берет. Сайбер ставит Киров через Шака с Террорблейда.
У него бан дринейв, будет друидов с Б ролить в троечку. Дарк все-таки наролил себе Т2 дума. Стоит на трех хантерах с телескопом с тремя хумами. Внимание. Ваш хумы присты. Единственная манга. У геймкиллера три фигурки не хватает, чтобы Лину закрыть Т3. Да. Так, смотрим, как геймкиллер ролится. Он в экономике. Два гри. Здесь находит Т2 крабу. Лоуренс Т2 закрывает тоже крабу. На стрике, на репке. Все шикарно. Вот мета Акиров, мета Аскетика. Так вот разыгрываем. Нагвал. Файром сидит. Ну, у геймкиллера очень плохая сейчас ситуация. Экономика есть, 5 уровень, 17 раунд, ничего да. Не закрыто в Т3. Да, дело в том, что он еще будет играть против Акиров, этот билд против Акиров. Очень плохо. Очень сложно, да, играть будет. Причем он будет играть не просто каких-то Акиров, там и ТБ Акир, я так понимаю, будет, который много убивает. Да, и я так понимаю, обычный Акир, 4 Акир будет играть, потому что люди форсированно собирают его. Да, да, все верно. Саваш единственный на манге, у него еще одна попытка выиграть на 18-м, чтобы получить золотое. Пирокоптер открывает Дарк в 7-м левеле. Интересный момент. Карточки нет, яйцо есть. Что мы тут предпримем, с учетом тут еще телескоп есть. 6 хантеров. Ставим или не ставим. Все равно 4 хантера. Пауэрка. Да, 3 у нас получается гнома в команде. 3 линого геймкиллера. К нему Дарк заходит. Дарк заходит Сайбер. Саваж заходит геймкиллеру как раз. К Т3 линии заходит с думом. Думом закрыл и дефает свою манго. Декапы вращается. Геймкиллера Дарка очень пробивает. Мало хп. Дарка пробили. Сайбер закрывает фигурки через монополию. Белучи нажимает левел. Нагвальчик нажимает level, next please. Какой-то стол себе эффективно сделал, не сделал. У него 2 акира из Райс Кинга. Разменивает Мангольера, Лоуренс. Все хорошо, разменивает даже Т1 Лоника, потому что что? Потому что ванов у него Райс Кинг. Геймкиллеру заходит Саваш на пристах. Да, анлука, бывает. Лоуренс на 19-м раунде все еще на красном стрике. Нагпала сильно пробивает Сайбер. В 6-м левеле на друида Акири Террорблейде. Да, все-таки Лоника размениваем на Райс Кинга. Лоуренс в порядке. Next Priest Чена будет разменивать. Сайбер Монополи Т3 дерева. Еще близко к Монополии Ура Инча. 5 секунд до конца. Может Монополия еще на Next Round будет играть, может не будет. Ты Лоника можно было за монополить успеть. Говори. Так, Дарк на экономике. Элитка у него заканчивается после этого раунда. Интересно, кто выберет. Может у него спасительное яйцо, которое очень быстро прохнет.
Я бы на этот случай просто оставил бы гирокоптера на скамейке, если вдруг яйцо и инста бы нажал бы, яйцо и посадил, чтобы в темп сыграть. И вот тут, видимо, что-то другое. Тайт есть. Тролля открывают у нас Белуччи. Белуччи в 8-м левеле. Лазер себе зарандомил. Бан. Агров. Свена находит Негвал. Варлока находит Негвал. У него сходит сролка через виспов. А как кого сейчас не хватит? А, нет, Дарк решил Дивити Хантера даже не собирать. А, он хочет этот. Я понял. Так, у Негвал 4 ассасина, декат такой casual. А, Т2 антимакс, Вен, Варлок. Имкиллер заходит на эксплис, у него вид антимаг. Саваж заходит на Гвал. Дарку заходит Белуччи с Ролиной. Дарка репка, кстати. Зарандомил, видимо. Может, не зарандомил. Он к этому шел. Выглядело, как будто бы он идет к этому. Специально поменял. Лоренс пробивает, да. Красный стрик у Лоренса, он прям очень сильный. Прям до конца допушивает. На четырех дренеях, на варлоках, андедах, акирах. Имкиллер от безотходности уже собирает СФ через яичко. Антимаг у него видится. Антимаг, да, девятимаг стоит. Девятимаг со 2 гримстрока. Хотелось бы Т3. Ударка 4 хантера. 6 хантеров, 4 наги. Набира Т3 ТБ далеко. Белуччи собрал тут какой-то еще не готовый билд у него. Лазер в аллыне. Агенкиллеру заходит на Гвал и, кажется, его выбивает. Да. Киллер занимает топ-8. Саваж. Золотое яблоко проигрывает Сайбера. Сайбер проигрывает Белуччи, Дарк проигрывает Эксплис. Гвал проигрывает Лоренса. Так, наблюдаем за Саважем. У него один висп. Перк у него, кстати, мне непонятно, какой у него был перк. Яйцо, может, какое-то что. Да, у Сайбера Террорблейд в яйце, у него One of One T3 будет, когда вырастет. 4 биста у Дарка. Нет, все-таки Макаку убрал 2 биста. И Хантер, иду за Т1 с телескопом, тяжело. В 8-м левеле, заходит самый сильный. Так, Саваж. Саваж теряет яблоко, да, его Белуччи пробивает. Дарк сильно проигрывает Лоуренсу тоже. Сайбер живет, Негвал живет, Белуччи живет. Белуччи все-таки через лазер собрал какой-то салатик у себя. На таких синергиях, мини-синергиях. Ассасины, писты, тавры. Патруль. Шмотками. Ченты один. Саважу очень не повезло. Он получил Саваж на 23 при 22 хп. Да, имеет 22 хп получил. Да, летальное яблоко забрали у него. Прошлую игру он победил. В этой игре посложнее ему. Да, все-таки у него было яйцо, и варлока он в него закинул. У него может не хватить раундов, чтобы даже выставить его. Дарка тяжелая ситуация, 18 хп. Сейчас 2 раунда. 24-25. Угу. Получается. У Негвала 2 виспа, 2 леги. И в нуле экономики тоже тяжело идет. Дефается он на эксплис. Белуччи в этот раз дефает даже Лоуренса. Лоуренс, кстати, в прошлый раз стрик терял. Я пропустил на эксплис его. Пробил, 13 голды за это получил.
У Next Please у нас сильные 4 хакер. У Дарка Дарк. Очень плохая ситуация. У да, у него Т1 дуза у Дарка. Проданный герокоптер. Много, я так понимаю, Т2 дуза раз. 4, много брут забрано. И очень много легендарок в лобби уже. Так, снова не растет у нас Террор Блейд, снова не растет у нас Варлок. Варлок не растет, да. Снова не приходит дупликат Леги. 4 лег на Гвалу. У Белучи у нас Лазер. Такой вот стол. Интересный. Аскетик. Next please. Сейчас Лоника 2 будет превращать. Next please, все отлично вообще. Этим вырос, Варлок вырос. А Дарк смотрим, что будет делать. Рапиру. Так, догоним. Так, надо раливаться. Подавать репку. Гоним в Тайда. Телескоп. Дузу. Заходит Саваш, 2 дуза. К нему заходит Лоуренс. Да, кажется, Саваш убивает Дарка. Выкинули, да. Дарк занимает топ-7. Дуза с бабочкой, с мантой, Дарган Лэнсом. Дефайт Лоуренса. Лоуренс, да. Игвал Дефайт Сайбера. Так плохо. Next please получает от Нигвала. У Саважа Т2 Варлок достается из яйца. И до сих пор у Сайбера Т3 ТБ не апается. У Нигвала очень, ну, такие простые эти комбинации, да. Да, Свен Белучи. У Нигвала, да, закрытый тролль. А билд тоже выглядит как... полумера какая-то. Да, ни просто туда, ни сюда. Т2 тролль, как Т2 бабка и все. Угу. Но этого хватает, чтобы пробивать 4 хакира, кстати. Да, тут скорее что-то нужно придумать, да, с этим билдом. Вот у Белучи, например, билд вейдов. Он собрался с Веном вейда, чтобы никакие карапасы не действовали против нас. Станы Варлока. Так, у Саважа дуза дефает Нигвала. Борт. Нигвальчик получает дополнительные дома. Сайбер дерется с Next Please, еле-еле тот. Кажется, даже выигрывает. Или это будет ничья, или победа. Нет, это будет победа. Это будет ничья. А, нет, победа, да. Нет, победа, да. Очень много ТБшки наносит дамаги. Все еще у него 2 из 9. Просто невезение у Сайбера. Клопу Саваш открывает. Нигвал и спами. Ждет чего-то у нас. О, еще один ТБшка. Если вырастает сейчас Террор Блейд, еще один ТБ приходит, это очень уже такой существенный стол получается. Ага. Т3 ТБ плюс 2 маленьких ТБшечки. Т3 ТБ еще превращается. Т3 уже скинка у Лоуренса, Т2 там Кларка у Лоуренса. Прям очень сильно в темп все собирает. Саваш
Ваш дефает Сайбера, у Сайбера это 3 ТБ еще нет, к нему приходит Нагвал, сильно его поливает. Там, по-моему, да, очень много дамаги наносит. Нагвал все еще в двух тауренах тоже на... На минус 20 Сайбер заходит. Да, Сайбер без Т3 ТБ. Да, даже с Т3 ТБ уже тяжело, не имея именно тауэр. О, вырос, вырос Террорблейд, да. Нужно ботл переделывать. Да, переделывать. Он потом может сейчас Т3 ТБ поставить. Да, инчу и дерево нужно свапать. Акиров еще каких-то дополнительно искать, либо 4 биста, вот ТБ есть. У него еще один дополнительный ТБшка есть, да? Да, 4 биста есть, ТБшку ботл переделать можно, потому что не работает. Вот Минотавр имеется. Нагвал все-таки пытается... Более 10-й выкрутить. А, там ТБшка еще с Минотавром. ТБшка именно с Минотавром как раз, да. Блинк не повезло ему, он не нужен. Ну, на 4 хп только собрал боеспособный стол. И заходит на главу. Шаг а его еще сейчас и выбьет этот Дуза. Да, Дуза Саважа его выбивает. Саваж там на 6 бестах. Да, Саваж же выбил Лоуренс. Саваж занимает топ 6. Так вот. Вот такое впечатление, что выбивает. Ой, да. Так. Бывает, это еще и манта. Сайбер занимает топ 5. 4 игрока остается, 30 раунд. 2 Акира, 1 с тридентом на Грахнек с плиз БФом. Заряженный алхимик. 2 Т2 Рейскинга. Би лучше на вайтах, Т2 с фэнкор. Нагвал все-таки пошел в 10-й. Имеет Т2 тролля кора. План у него собрать то ли тауренов, то ли кентавров. Ну у него сейчас все что угодно можно собрать. Из его стола у него есть 2 кора. И возможность здесь переобуться во что угодно практически. Главное, чтобы денег хватило. О, Нигвальчик начинает собирать элементалей. Хороший выбор против лемов, но не вайдов. Да, то есть он может либо тут 6 варлоков каких-то делать, то ли что. Если Вестура еще будет в варлорде, интересно, может быть, получится. Яичко взял. Яичко взял, как будто надо успеть вырастить. Варлока. А сейчас может яичко сразу в двойку быть? Нет, всегда один из 9. Смотрим усиление, убил лучи элитка 0 экономики, Next Please посадил репку. Нагбал яйцо. Пикнул, но стол не усилил. Заходит к нему Войд. Я бы даже сказал, он ослабил свой стол, потому что он убрал этого. Да, 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 он ослабил свой стол. Все еще синергии минимальные, просто за счет тролля со шмотками пытается играть. Некспейс сильный, дерется с еще сильным Акиром. Тролль сильный. Белучи дефает Нагвала, а Нагвал дефает Белучи. Лоуренс дефает Некспейс, Некспейс проигрывает Лоуренсу. А Лоренс закономерно, получается, оба файта выиграл. Нагвал с Белучи договорились на своем поле сыграть получше, чем на чужом. Экспресс на репке. Репка ни к чему. Богатым умирать не хочется. Он ничего не делает. Думает, что подерется с оставшимися двумя оппонентами. Тут я бы один раунд. Там левелапать будет. Так, Белучи, шмотки смотрим. Владимир в тролле у Нигвальчика. А яйцо не выросло. Владимир у Нигвала. Блудборн, Драгонлендс, Манта и Аркана у Белучи в Свене. Больше шмоток я не вижу. Так, Нигвал заходит. А, next please. То есть Нигвал, получается, Владимир собрал... Может быть, Тридент хотел, но Владимир его устроил и пикнул Владимир. Акиров тут. И...
Лоуренс не Гвальчик, а просто полностью Лав Дефа, да, Next Piece проигрывает Белучи. 1 хп, Белучи 18 хп, Нагвал 37. Варлок. Next Piece ходил по лезвию ножа, иметь 40 экономики, полную репку и чуть не вылететь, это печально. Так, сейчас надо дать что-то 2. Не обижайте. То есть Нагвал сейчас не алынит, что ли? Можно было залынить 2 визарда поставить с элемами. Ладно. Лучше еще подождать. Ты считаешь, что его хп достаточно, чтобы пару раундов потерпеть? А там 35-й. Ну, тут пару раундов тяжело будет терпеть. У него раунда 3-то будет. Жене лемы хотелось, ставить с варлоками. Сейчас за это потеряет хп 20. Да. Ну тут поменьше хп. Кирилл 13 хп потерял. Next Plus проиграл на Гвалу. Белучи проиграл Next Plus. 10 хп Белучи, за 4 хп на Гвалу. Лоренс на стрике. А Варлок снова не... Брался, не обнулся. Маловероятно, что Нигвалу Лоуренс по второй раз попадет. Ну, 100% это все поменялось. Может и прийти. Ну, так, да, визардами лемов не ставим. Почему-то все равно вот сейчас можно поставить. Лоуренов убрать. Переворлок, а визард все равно не ставим, да? Переворлок, два тролля, два тролля. Ходит Белучи. Так, Белучи заходит Лоуренс. И Т2 Свен у него умирает. Кажется, Белучи занимает топ-3. Как неудачно у Нигвала получилось. Да, Нигвал проигрывает Белучи, один с ХП у него остается. Но 35-й варлок может вырасти. Если Нигвал как-то дотерпит, то через 5 раундов начинается уменьшение хп, и там уже не так все. Ну, просто нужно сейчас посильнее билд собрать. Это красная лема против киров. Все, он все правильно делает, визардами закроется. Если еще вистуру может получить, может у него тролль даже стать элемом. И у элемом, и варлоком. То есть 6 варлоков, 4 элема, 2 тролля. Вполне можно разыграть. Варены нам не нужны. К этому можно прийти. Можно и умник от этого собрать наш билд. Чего-то отказаться тут. А пока вот так. Пока 4 элема. 2 тролля. Снэпка, casual, антимаг, casual. Можно... Что успеть договориться тут? Яйцо вырастить, да? Дарксира поставить, 6 ворлоков будет, истуру получить. Как-то даже агров сделать, алхимик придет. Кстати, ну тут есть варианты усиления, есть варианты на победу сыграть. Павок очень сильно, шмотка варлока пальца. Ставим варлока, упираем в снэпку антимага. И дарксира еще ставим. Успираем варлорда и... Шмоточками распоряжаемся. Раз, два, три. Раз. О. Все-таки переворлока 4 олива. Попок. Блуторн. Помник очень хорош против факиров. Под 4 лема, 4 тролля, 4... будет. О, и линку, то есть у него полностью заряженный, да, тролль варлорд полностью заряженный от всего. Но тридента нету, но
вроде 100 уже выглядит супер боеспособным против такого Акира. На порядок сильнее он должен выглядеть. Хотя тут смотрите, как... Ой-ой-ой, почти... какие топоры были. Почти умираем. Он был почти мертвый, и он одними топорами просто себе все хп. Он рандомно может умереть еще об Никса. Mirror Shield может умереть. А Стрикс сбил. Mirror Shield очень, очень сильно дамажит. Да, тут все-таки он теперь 3 шмотку себе против 4 Кира делал, но тут скорее можно. По-другому. Тут шмотки можно было играть. Разыгрывать. Ну, на самом деле, правильно, если я понимаю, что Mirror Shield наносит дамаг такого же типа, какого ты дамажишь, и Омник, получается, нивелирует всю эту движуху. Возможно, да, Миш, я вот деталей таких не могу тебе рассказать. Нивелирует, не нивелирует. Ну, он же дает тебе физ иммун. А, нет, не иммун, но большой резист. Да. Там скорее тут может даже через Вестуру МКБ лучше было играть, чем через 3DN. Там 4 Акира, это на самом деле не так страшно в нашем билде, как страшно. Да. Кора, ну, непобедимого сделать нам надо. Как он вовремя юзает манту, чтобы не фокусили основного тролля? Так, Лоуренс у нас по шмоткам тоже вариантики надо смотреть. У него Т2 в Роскинг, Т3 в Роскинг, Т2 ДП, Т1 ДП, 2 Т1 Некуса, 4 Акира, Кэжуал Темпларка, Дуза на скамейке со скетом, какие будут усиления, лапки Акира, Аегис. Вот Визарда подбираем, возможно, пробовать будем 9 Undead'а делать, но тут 9 Undead. Да насколько не, может быть не... хорош? Мне кажется, да, я думаю, что не очень хорош. Не очень хорош, потому что есть еще Хавок. Тут очень быстро будет умирать. 3 раза, 4 раза там видно будет. Смотрим. Тут же можно рапиру делать с Хавоком и очень быстро все убивать. Классик. Проблема в том, что у тебя есть этот... Mirror Shield, ты с Хавоком можешь себя лопнуть просто в Mirror Shield. Нет, Mirror Shield ты не лопнешь, ты можешь только в Карапасы себя лопнуть, если у тебя и так криты рапира прокнут, там умрешь, но лоу хп. Mirror Shield не так много на самом деле возвращает, потому что ты по 4 вралоками Владмиром отхиливаешься, не страшно. Не настолько она сильная шмотка. Тролль себя чуть не убивает в нее, если он не бьет. Так, 39 раунд у нас, лапки Акира, темпларки. И после этого каждый дополнительный раунд, который Нигвальчик живет, это минус 50% хп у Лоренса. И Нигвальчик, пробивающий по 5, становится тем, кто в 3 раунда может Лоренса убить. Так, Нигвал уже не блинкается, просто стоит сзади всей командой с Омником. Аккуратненько отыгрывает от блинка на сейв. Да, и даже так больше пробивает, сильнее пробивает, кажется. А, потому что у него топоры очень сильно дамажат. Если он где-то вдалеке стоит, он может топоров в одного юнита кинуть. А если он стоит прямо здесь, то топоры летят просто во всех. Да?
И это минус миссы, а Кири, ну, магического дамага практически не наносят. Это по большей части физический дамаг лапками, а миссы это все контрят. Я не знаю, что Лоренцу надо против этого придумывать. Ну, что-то надо придумать. Он тоже пытается либо лемов делать, или скоро Рескинга. Ему нужен какой-то контроль, потому что у него просто не хватает контроля на тролля. Либо 9 НД, да, пытаться как-то сыграть. Может даже... даже не знаю. 9 НД, да. У него вариант 4 Хакира выглядит сложненьким. Согласен. Для победки. Но опять же есть рандом, когда там по какой-то... по какой-то стечению обстоятельств тролль себя сам убьет в этого. В Рейскинга. И тогда Нигвальч может за один раунд отъехать. Так, Нивал берет Владмир, Лоуренс берет яйцо. Ты три. Ой, ты два лича у него из яйца достал. Но он его тут же продает. Сейчас визардами будет левов закрывать. Напало шмоточки. Будет ли она что-то крафтить? Лоренс монополит. Монопольные. Рейскинга получается. Ну да. А, он решил тоже лемов начать собирать. Ну это хорошая идея. Еще один лагерь хотел 3 денсики делать. Рыбка у него есть. Два Владмира. Ну прям 3D тут не особо нужен. Там сейчас Алимов будет делать, то есть не следит, что тут пытается. А если подумать, Энигма против не против Акиров, это очень сильно получается. Конечно. Делать ролью рыба, но в данном случае 4 лема лучше работают, замерзнуть от него противника. Ну да, да. У тебя 4 лема плюс Энигма процентный дамаг наносит. Да, сейчас Лоуренс перебивается в 4 лема. Киры ему не нужны. Вот Нигвал два раза крафтил теперь 3 шмотку, 3 дент, которая только-то ему и не нужна была. Лема 4 киров, все-таки киров еще оставил. Олег у нас Киров Шилд Рейскинга. Лапки Кира Рейскинга. Ждем, что еще соберет. Щиточек. Пока что ничего не скрафтил. Лицо тут сильно. Он сейчас зовет. Не летальный, но да, Мьёльнир крафтит 14 хп. Нагвал отхилился 14. Сейчас пополам будет 7 на 2. Хп против 2. Олегу нужно как-то починиться, что-то сделать. Или все плохо. Нагвал опять доктора. А почти Т3 Энигма, почти Т3 Разор. Так, Т2 Энигма Лоуренса. Т2 тролль. Ну, пока что у Нигвала все очень хорошо выглядит. Так, хочет он Лоуренс хочет залететь тролля. Своими шмотками заряжает. Смотрим, насколько это сыграет. Ну, там очень много контроля дает Варлок. Очень много контроля. Да. Кажется, эту игру Нагвал все-таки камбэкает и выигрывает. Поздравляем, да. Трюшин.
Поздравляем Олега с топ-2, тоже сильный результат. Все-таки вот... хорошая игра от Никвала. Да. В итоге очень долго жил просто на Т2 тролле и в конце подстроился под своих оппонентов и вышел показал, в топ-1. Показал. Олег.